паспорт теперь будут оформлять не больше 5 дней. И это отныне не зависит от места проживания человека или обстоятельств замены документа. Малый бизнес и ИП, что зарегистрировались впервые, теперь могут воспользоваться специальным налоговым режимом. Он освобождает от уплаты страховых взносов и части отчетов, но пока доступен лишь для 4 регионов. Должников не оставят без копейки. Задолжавшие могут написать заявление в банк о сохранении прожиточного минимума при взыскании средств. Новшество на уровне региона. В Алтайском крае вступил в силу закон о статусе медработника. Он предполагает дополнительные выплаты для фельдшеров, терапевтов и педиатров в первые 3 года работы, доплаты врачам-наставникам и врачам из выездных межрайонных бригад. Для пациентов гемодиализа изменился максимальный размер компенсации транспортных расходов. Он будет зависеть от территории и варьироваться от 300 до 2300 рублей. А еще с 1 июля меняются тарифы ЖКХ. Существенно подорожает вывоз ТКО и больше всего для барнаульцев на 25%. Неизменным тариф останется лишь для Алейской зоны. Для остальных плата вырастет как для жильцов многоквартирных домов, так и частных. Анастасия Драган, «День с толком».